Ты тут будет кто-нибудь, интересно? Еще один. Взорвал? Вроде взорвал. Найс. Блин, слишком тихо. Где-то пачка, скорее всего, ходит. Убить бы эту пачку. Было бы неплохо. А, тут здесь трупы лежат. Там все еще есть люди. Может, тиммейты? Я надеюсь, что это тиммейты. Так. И как бы нам их сейчас немножечко приманить? А, впитала броня. Да ладно, там броник хороший. Шестой класс брони там, походу. Надо было в голову целить. Ну, я привык, что у грудак ваншотуется, в принципе. Что ты пятый? Но есть только фул, прям фуловый пятый. Прям нетронутый даже. Муха на него не садилась даже, понимаешь? Такой должен быть. Охуенный тайминг! Потрясающий, блядь, тайминг, сука. На.
Нахер. Видел? Пен нету. Он ползает там. Бля, он походу ползает там под этой фигней. Почему он без звука стреляет, блядь? Чат. Что за хрень? Танк, блять! Но у него нет звука выстрелов. Я даже не знал, что у него за оружие, чтобы как-то тактически это переиграть. Либо уйти на расстояние, либо наоборот поджаться к нему. 43-й. Неадекватно. Русский чел с М-кой. Почему у М-ки нету звука выстрела? Вопрос. Еще один русский челик. Так. Возможно, у него есть тиммейт. Как-то он долго на меня реагировал. Дверь открыта. Это голова? Это голова, да. За какой-то текстуркой кто-то стоял. Еще один. Так, по мне информация могла пройти. Уходим. Етить. Бежит. Два. Хорошо. Бляха, передо мной. Опа, броник выдержал. Так. Мне кажется, это с АГС-ки. Когда меня на СГ-шке
убивал союзник, зная, что мы американцы в масхалатах, а противники талибы в тюбетейках. Когда я к этому готовился и меня убивали, тогда мне было обидно. А в Таркове мне пофигу абсолютно. Как там физрук говорит после секса? Чат, знаете кто-нибудь? 3-4, закончили. Здрасте. Это чел? Или это бот? Я не пойму. Там не видно ни хрена, если что. Да, это чевок. Так. Вот раз внутри ходят. Да-да. Всегда ходили внутри боты. Эмочка заклинивала. Может, там у тебя магазины на сотку какие-нибудь, не? Не было магазинов на сотку? Найс. Хотя, ну это нормально еще даже. Так. В смысле вайп? Ну вот так. Завтра в 10 часов утра разработчики объединяют все карты, которые есть в игре, в одну большую карту, как в DayZ. Потом в 11 часов случается вайп, а в обед будет релиз. После релиза они добавят боевой пропуск, так называемый. И там будут скины с аниме-девочками. Видел, 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 видел. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Тихо, тихо, блядь. Хорош. Меня-то за что? Там чел перебежал от автобусной остановки сюда. Народу опять на картах мало? Не, ты чё, нормально народу? Мы тут столько народу уже положили. Вон он, сука! Так. Идёшь? Что он стоял там слишком долго? Нет, 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 вернись. Минус. Какого черта ты здесь шумишь? Один лежит. Короче, чел с саугом наубивал пати Бэмби. Да, реально, он тут четверых Бэмби убил с саугом. Чел, надо было оставить, чтобы я их убил. Как ему не стыдно, блин, вообще.
А он сам 7 уровня. Нифига, он хорошо тогда сработал. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.